Я проспал почти весь день. Когда проснулся, был уже вечер. Во время медленного пробуждения мною владело чувство, будто я растворился в нигде. Звуки, доносившиеся с улицы, казались такими же знакомыми, как звуки детства, но не напоминали о нем. Постепенно, возвращаясь к реальности, я слышал гудки автомобилей, детские крики и щебетание птиц. Сын швейцарского банкира. Изучал лингвистику и теорию кино в США. Чувствует себя немецким патриотом. Его любимое место в Берлине – мемориал советским воинам в Трептов-парке. Любимый кинорежиссер Стэнли Кубрик питает слабость к тоталитарным режимам. Хотел бы жить на берегу Тихого океана. Любимое блюдо – помидоры с солью. Я швейцарец. Я долгое время живу не в Швейцарии. В Швейцарии тоже говорят по-немецки. Я чувствую себя почти как немецкий патриот. Не знаю, как это получилось. Или швейцарский патриот. Я патриот немецкого языка. Я приехал в Германию, потому что очень люблю немецкий язык. И потому что я долго жил в Азии, это верно. И у меня возникло ощущение, что я стал забывать немецкий. Я выучил тайский и немножко мандаринский языки. Почти все время говорил по-английски. И тут мне стало казаться, что я разучился говорить по-немецки. А немецкий, на мой взгляд, один из самых прекрасных языков на свете. Поэтому я вернулся в Германию и теперь провожу здесь как минимум 3-4 месяца, чтобы жить среди немцев. Мы находимся в крупнейшем в мире издательском доме «Аксель Шпрингер». На 19 этаже здания, которое построено на границе западного и восточного Берлина. Аксель Шпрингер специально возвел это здание рядом с Берлинской стеной. Стеной, которая раньше отделяла восточный Берлин от западного. С этой стороны восточный Берлин, с другой стороны западный Берлин. Именно в этом здании назначил нам встречу Кристиан Крахт. Один из тех писателей, которого можно, безусловно, назвать, наверное, одним из самых влиятельных на сегодняшний день в Германии. Во всяком случае, если иметь в виду молодых авторов. В 1995 году вышел его первый роман «Фазерленд». И этот первый роман, написанный совсем молодым писателем, оказал необыкновенное влияние на всю немецкую литературу. С кем только не сравнивали Кристиана Крахта. Второй его роман, 1979, был не менее успешен. Во всяком случае, вызвал не меньше дискуссий. В 1999 году мы создали проект. Он получил название «Поп-культурный квинтет». Мы придумали пьесу, такую, чтобы ее можно было лучше всего поместить в кругообращение масс-медийных средств. Мы решили, что сделаем так, словно те персоны, которые там говорят, герои нашей пьесы, живут в люксе отеля «Адлон». Мы записали как бы их разговоры и потом воспроизвели на чтениях. Целый час все бушевали от возмущения. Потом мы получили 90 плохих отзывов критиков и лишь один хороший. И из этой группы, если можно так сказать, больше ничего не получилось. Она засыпана песками времени. Прошло уже 7 лет. Но все же мы до сих пор поддерживаем контакт. То есть с теми людьми, которые вместе работали над той пьесой. Вспыхивает надпись «Не курить». И я зажигаю сигарету. Хотя сижу в салоне для некурящих. Я всегда так делаю. Потому что только здесь, я имею в виду в самолете, в салоне для некурящих, человек еще может настоять на своих правах.
Здесь у тебя всегда есть возможность бросить в лицо некурящим недоноскам крутое слово «фашист». Если только они попробуют требовать, чтобы ты затушил сигарету, поскольку, мол, сидишь на месте для некурящих. Я могу вот что сказать. Литературные группировки, коль скоро они истинные, имеют полное право на жизнь. А у нас, что бы там о нас ни говорили в 90-е, это была искусственная конструкция. А вот, например, этот журнал Der Freund, который я сейчас делаю, он не такая конструкция. Его тоже можно рассматривать как литературную группировку. Он привлекает к себе людей, которые хотят в нем публиковаться. Было бы замечательно, если бы еще можно было придерживаться определенных направлений. Но, естественно, делать это становится все труднее. Recipe of the Sorokin. Herrensocken. 500 grams of butter. 100 gram gemahlene Mandeln. 70 gram Sellerie. 1,5 Deziliter Cognac. Und das alles vermengen und dann kommt halt das dabei raus. Я был однажды в Москве, виделся с точно очень непростым писателем Прохановым. Мы были за городом, и он повел меня в маленький лес за его маленьким домом, под Москвой. И мы пили там, потом он достал свой наган и показал мне. Что-то говорил про замшелое дерево. Именно замшелое дерево. И тогда я почувствовал себя как дома, у того замшелого дерева с тем человеком. Вероятно, вам не очень все это понятно. Извиняюсь. Тогда я очень чувствовал себя как дома. Занятный человек. И его занятная книга «Господин Гексаген». Кажется, на немецкий еще не переведена, но в любом случае. Он показал мне коллекцию бабочек. Потом я послал ему из Бангкока огромную тропическую бабочку, вот такую. Riesengroßen Schmetterling, also so, wirklich so großen tropischen Schmetterling, der so eingekastelt war in einem... Warum müssen alle Russen eigentlich immer Schmetterlinge sammeln? Das ist в ящике со стеклом. Вот таким. Забавно, почему это все русские собирают бабочек? Желтую тропическую бабочку из Таиланда. Наверное, эту бабочку не пропустили в русской таможне. Я чувствовал себя тогда как дома, не знаю почему. И еще квартал новостроек где-то под Москвой, не знаю. Нет, нет, не наган. Понятия не имею, но было просто хорошо. Многое мне казалось нелепым. И хотя мы не понимали друг друга, паломники постоянно меня смешили. У меня, пока я шел с ними, возникло удивительное чувство принадлежности к некоему сообществу. Словно внезапно ко мне вернулось воспоминание об ощущениях, пережитых мною в детском саду или в первые школьные дни. Это было как золотой подарок небес. Недавно я был в Парагвае, в апреле. Один мой друг обнаружил там любопытное место. Веганскую арийскую колонию, которую там в 88-м году основала Элизабет Форстер Ницше. Там живут потомки тех персон, что поселились там в 88-м году. И 50% из них слабоумные, поскольку они там выродились.
Я оказался там совсем недавно с моим итальянским другом в этом поселении Нова Германия в джунглях Парагвая. Мой друг пытается сочинять много статей и эссе про это место для журналов. Естественно, мне трудно рассказывать об этом, поскольку наша работа пока что в самом разгаре. Но мы купили там разные бунгало и производим там такую, так называемую дрим-машину в духе Бероуза. И Бероуз отдал моему другу Дэвиду патент на дрим-машину. Мой друг Дэвид, вместе с которым я делаю этот проект, жил вместе с ним год в Лоренс, Канзас. Там-то он и выпросил у него этот патент, чтобы сделать такую машину. Но при этом Дэвид еще композитор и сочинил оперу для Тимоти Магуэя, того самого, как вы, вероятно, помните, был взорван в Америке Оклахома-бомба. Оперу сыграли музыканты на концерте в тот самый вечер взрыва. Опера называлась «Аве Аткве Вале». «Прощай, бедный», «Прощай, бедный солдат», нет, «Прощай, добрый солдат». Я не был знаком с Бероузом. Разумеется, он нечто вроде иконы мышления. Не знаю, как это получилось. Лично я не читал ничего из того, что он написал. Я нахожу это очень скучным. Дрим-машина — такой вот величины тубус. Два тубуса, которые вот так крутятся один в другом. А внутри лампочка горит. И если заглядываешь туда, то мозг... Обычно он работает на 8 Гц, переходит на 16 Гц. Значит, возникают видения, и мы вместе делаем такую машину в Парагвае, в джунглях. И мы еще, я хотел бы вот что добавить, там в Новой Германии есть хижина, и там 2 года прятался Йозеф Менгеле. Мы купили тот участок и будем изготавливать там эту дрим-машину. Когда в нее заглядываешь, возникают галлюцинации, как от наркотика. Мы станем продавать ее через интернет. Есть модель попроще, за $500, а есть и дорогая, за 6000. Но а интересна она тем, что люди могут с ее помощью как бы заглянуть в другой мир. А для нас еще и тем, что мы можем создавать ее именно в Парагвае, в Новой Германии, возле бывшего дома Йозефа Менгеле, руками слабоумных людей, а потом рассылать по всему миру.